Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чедони. Ребята, мы снова на деле. Битва воров в GTA 5 подъехала. Кокусяндр, пацаны! Что ж, ребята, сегодня у нас, кстати, байки в цвет моего худи и носка, собственно, буквально. Который у тебя на голове дрявый. Сейчас будем угонять тачки, ребята. Наша задача за 180 секунд угнать сразу две, желательно дорогих, быстрых тачки. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Район старый. Да, ты пока там болтал, я уже уехал тоже. Я тоже уже уехал. Хотя ты не болтал, но ладно. Суть не в этом. Ты болтал. Так, С2К сразу, Альфиери, Порш. О, май, ну я нашел кое-чок сходу прям. Слушай, Мерс, AMG GT стоит. AMG GT? AMG GT. О, слушай, я нашел этот Мерседес, как его, XLS или какой он там. Нормальный такой. Торито. Это ты. О, слушай. Я нашел машинку, которую, в принципе, я давно не угонял. Так. Открыто вроде. Вроде хорошо. А, машинка не такая быстрая, но она офигенская. Это фордец, короче. Новенький, 17... Ну как новенький? 17-го года, правда? А, этот? Слушай, а так-то неплохо. А ну, так-то вообще да. Неплохо. Типа Ford GT, который? Да-да-да-да-да. Ford GT 17-го года, сколько помню. Слушай, ага. А это Авентадор? Да, я пригнал. Ну, то я AVG или SVG, что-то такое. Да, не, норм. Это AVG вроде. Не, мне кажется, что этот... Больно самое люто. То, так, что-то заметил. То. Как я сначала не увидел. Да ладно. Ха. Но сегодня против твоей ламбы будет моя Феррари. Да ну, а я сейчас тоже машинку нашел, забираю. Это прям очень хорошо, так и что-то меня разнесло прям на 180, не успел я выехать. Да? Офигеть. Все, я, короче, машину забрал, уже везу на базу ее. Так, я уже приехал вроде. Ну слушай, у меня неплохо, у меня Феррари и Форд. Нифига, так-то вообще чё? Нормально. Нобля? Собственной персоной? Да, сама? Она самая. Интересненько. Не, на самом деле, Авентадор какой-то, это точно, это Джеста, это ВДЖ это значит. Так, ну блин, не знаю, да, вроде машина-то VG, хорошая, да, быстрая, да. Но посмотрим, что будет. Кстати, мух будешь, мне кажется, ловить сегодня. Ну, у тебя здесь есть маленькое-маленькое лобовое, тут чуть-чуть есть такое маленькое-маленькое. Да вообще, я вижу лягу, там типа, если я лягу, то полуляхи такие, знаешь. Что ж, ребят, мы получили тачки, сейчас прокачаем, зарядим нитро и устроим испытания. Давай. Итак, друзья, прыжок веры, тачки заряжены, прокачаны, в общем-то, попробуем. Так, офигеть, так, ты хорошо поехал. Так. Нет, твою за ногу. Нихера ты полетел, уже. Да знаешь, это как будто с тобой в лапту сыграли, битой просто под жопу хернули. Ты так улетел смачно вообще. Чисто в точку. Да. Я думал, прилечу забор на самом деле. Я второй ветряк поймал, мне обидно. А, понятно. У тебя сейчас Феррари так-то солидная, которая, скорее всего, хорошо улетит. Ну, главное, да. Не поймать попутного, как говорится. Да. Не поймал, да? Полетел хорошо. Нет, полетел хорошо, я твою так, машину. Я тот же самый. В смысле, тоже? Ты реально в лапту играешь, на базу беги, все. Так, ну я так понимаю, я чуть дальше, да? Дальше, да. Так, где-то там. Ну слушай, неплохо так-то улетел. Нормально. Это было угарно, за это лайк, ребят, можно поставить. Ладно, записываем балл на мой счет и идем на второе испытание дерби. Давай. Итак, ребята, продолжаем дерби. Второе испытание. Две жизни, две тачки. Нужно уничтожить Поехали. Обе соперника. Поехали. Ты так, сразу АВДшку взял? Так. Ну да, сразу тяжелая что-то артиллерия. Во все тяжкие. Да. Падай. А? Что? Че? Прям так изи, прям как будто. Просто как будто по трамплину заехал, даже и все. То есть не парится. Не парился даже. Ты от дедушки ушел, ты от бабушки ушел. От меня ты не уйдешь, носок. Почему ты не колобок? Ой, 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 сделай правильный выбор. Красиво, красиво, даже решил тебя потом не трогать. Он на самом деле слишком длинный, он прям чересчур. Я думал, что смогу выехать. Так, мне это не нравится. 812-я заряженная, все, поехали. Блин, а вот тут уже шанс, что я от тебя буду отпрыгивать, да? Скорее всего, да. Это не точно. Там еще у меня нобли, на самом деле. Твою мать, ты видел чего это? Чего-то. Красиво залез, на самом деле, туда. О, нормально. Поехали. Так, а я понял. Че ты понял? Я понял, что мне здесь ловить деньги. Только если пизделей. Ну да, это более очевидно, то, что можно поймать. Да как я тебя чуть-чуть этот подвинул так? Я так. На самом деле, смотри, как шлифую-то, че вообще? Да, реально. Поехали. Пойдешь? Да ты должен! Нет, не в ту сторону! Хорошо, а ВДшка потащила два раунда. Да, на самом деле Форд намного бодрее смотрелся, чем Феррари, то есть и сцепка была хорошая, но что там, блин, все-таки слив, ребят. Ладно, здесь мы сравнимся по баллам и идем, ребята, собственно, на драк. Давай. Итак, ребята, бой за третий балл. У нас здесь драк двойной, едем туда и обратно на двух разных тачках, ты готов? Давай. Раз, два, три.
Ага. А вот жешка-то вообще пушка, так-то я смотрю. Ну, прикинь, я не догоняю. Нормально, хорошо. Не догоняю. Чтоб тебя! А я вроде более-менее. Я словил столбик грамотно. А ты где? Где-где? В заднице я. Это жесть, она просто... Что, Ферыч, ты что творишь? О, май, Нобля, конечно, далеко не самая быстрая машина, но в принципе идет неплохо. Нет, я уже не догоню. Сколько едешь? 400. Не, ну это габелла. Блин, Феррари мне сегодня просто поднасрало. 429 максималка. Да, 440 было. Офигеть, еще и меньше, чем у Нобли. Ладно, ребята, 2-1, Донни выходит вперед. Феррари меня подвела, но надеюсь, хоть на прыжке она покажет, кто она такая. Поэтому погнали прыгать. Давай. Итак, ребята, прыжок с трамплина. Нитро чуть подзарядили, надо бы вообще на заправку заехать по-хорошему. У нас одно нитро. Давай. А я с горочки быстрей. Говоря, да. А может и потенциал-то был у меня все-таки тоже получше, чем у тебя. На самом деле это лень. Так, мне походу нитро надо отжимать. Да, а 529 максималка, нитро закончилась. А, я тоже уже 540 уже. Ой, 540 уже упала скорость у меня. Слушай, а ты полетел-то лучше все равно, да. Да. А сейчас забусь. Чекай. А, нет. Прямо возле заправочки. Да, я, короче, упал возле стенда, да, я тоже, наверное, заправлюсь, сейчас машину обратно выкину. А, в общем-то, ребят, погнали прыгать на вторых, это очень плохо и мне вообще не нравится. Давай. Итак, ребята, Ламба против Феррари. Феррари пока проигрывает, на самом деле, Ламбе. Да, пока да. Мне это не нравится. Так, ну, 400. 300 пока 500, только было. 600. 500. 700. 600. 700. 800. 800. 800, короче, 40, я идеально вообще, просто идеально полетел. Я тоже полетел. Ууу, братан! О, понятно. Я идеально тебя перейди, идеально. Понял? Да, слишком много идеального. Слишком много идеального, да. Ой, слушай, а я хорошо-то прям улетел. Скорость была хорошая, у тебя просто тяжелая ламба. Ну да. Я улетел дальше басика, короче, на вайну почти. Меня остановило чуть-чуть. Окей, Феррари хотя бы прыгает, ребят, это хорошо, но это еще не конец, потому что нужно сейчас порешать, даже победил. Поэтому давай, погнали на пятый испытание. Итак, ребята, мы решили проехать по пляжу. Едем, получается, до спасателей через всю вот эту вот пляжную зону. Пересаживаемся на тачки и на вторых машинах должны пересечь пирс, который находится в середине. Ага. Тогда победили. А, раз, два, три. Ага. Слушай, ну а вот же у тебя на хорошо начальных идет, оборотах да, лучше. Я, на самом деле, боюсь ехать, по-честному. Потому что вот почему, да, вот поэтому боюсь ехать. Ты как там? Живой? Прямо за тобой. А чё по нитро у тебя? Нормально все. 100. 100 нитро? 100%. Ты его даже не жал? Ёб, какие тут кочки-то противные. А, вот именно, это реально жестко. Тут, кстати, на полотенчика можно наехать, и все, полотенчик тебя не забудет. Никогда в жизни. Так, на самом деле... Спасибо, приехали. Да. Если учесть тот факт, что я на нитро ехал, как бы. Я еще ехал быстрее. Хорошо. Эй, ты что делаешь? Не подрезай меня! В смысле? Я не видел даже. Я только слышал, пш-пш-пш, и все. Больше ничего не понимаю, что происходит. А что по нитро у тебя? Что по скорости у тебя? У меня 153. 154. В смысле? Смотри, что делаю. А, ты врезался. Только я залетел, самое главное. А что, я мол проехать же, нет? Ты сказал. А я думал добраться только. Я не знаю, я специально сокращалась по прямому углу, думаю, похер, главное влететь. Ну ладно, окей, ладно. Как-то так. На самом деле машины максимально похожи и та. То есть они одинаково ехали, и меня это немножко удивило, если честно. Знаешь, я вообще предлагаю тебе сделать боевую ничью, потому что тут реально, незначительно. Ну, капот была разница. Да, они реально одинаковые получились. В общем-то, ребят, пишите в комментариях, какая машина вам больше всего нравится. Это Ford GT 17 года, может быть, M600 Noble, или же Ferrari 812 и Lamborghini Aventador. В общем-то, все за вами. Если вам понравилась серия, также поддержите лайком, подписочку на канал, не забывайте оформлять. Если вы здесь впервые, всем спасибо и покедова. Всем пока.